Так, ребята, это у нас вторая часть уже поездки на 250-м маршруте. Вот, я не знаю, сколько он примерно минут длится, но минут, примерно, 20-25. Вот. Где-то 25 км ехать на нем вроде как. Блин. Ну, что могу сказать, на чилле, на расслабоне едем нормально. Пазик набирает скорость. Вот, все нормально. Эти дебилы так и не додумались сесть просто на сиденье. Они что-то стоят до сих пор, я хз. Вот. Ну, кстати, пазик уверенно набирает скорость. Смотрите, уже сотка была. То есть, ну, уже 100 км. Сколько там? 100... Не, не 101. Или 101, не знаю. А, так тут сейчас это будет. Какое? Тут сейчас вроде это будет, блин. Спуск где-то рядом будет, я помню. И мы сейчас так нехило наберем скорость. Во-во-во. Да, вроде... Сейчас... Ну да, вот, все, тут спуск. Мяу, все, опустились и фигарим. Так, 110 или 120, не знаю. Вот сейчас точно 120. Капец, я стрелку положил на пасеке, что? 100, да, 120 почти. Где-то 100, где-то 118-119 км. Охренеть. Вы когда-нибудь ехали на пазике 100 км в час? 115 даже, вот. 110. Капец. Так, ну что, он что-то... Ой, убавляет свою скорость. Мы тогда на четверку переключимся. Кстати, да, скоро у меня уже наберется, ребят, 20 подписчиков. Капец, целых 4 подписчика. Подписчика за месяц, ребят. Ну это капец. Ну, спасибо. Реально, ну за месяц 4 подписчика. Да, конечно. Ну, с этим ничего не поделаешь. Ну, эти дамы так до сих пор не хотят выходить. Ай. Поселок Светлое, или что это, поселок же, или деревня Светлая, не знаю, Светлое. Зачем? Не знаю.
Кстати, ребят, я чуть-чуть подбаливал, у меня еще нос заложен, так что сильно строго не судите, когда типа я буду шмыгать или еще что-то делать, типа, ну, вот такого характера. Ну, типа, короче, носом. Ну, вы поняли меня, наверное. Да. А тем временем мы фигарим на пазике. И уже достаточно долгое время. Я уже как-то подзадолбался. Ну, сколько уже? Не знаю. Так, ну вот. Где-то, 16 минут уже едем, капец. Типа, если еще считать прошлый видос, где также еду. Ну, короче, вот эти два видео, которые выйдет в канале, это один, типа, одна большая моя поездка на 250-м маршруте на карте Чистогорск. Блин, жалко магнитолку нельзя включить, сейчас бы послушать, не знаю, реально, без шуток сейчас. Это как-то уже скучно ехать, он достаточно. Не знаю, я, конечно, могу какую-нибудь историю рассказать, но... Ну да. А, кстати, а давайте я вам расскажу историю про маршрутчика. Вот. Если что, это история из... Ну, короче, как я сегодня снимал видос для вас про... Ну, как я еду на 30-ке. На 30-м Т. Вот, и на 45-м я еще сегодня ездил. Короче, я сажусь на 30-ку. Он сначала не открывает заднюю дверь. Типа, я думаю, ну ладно, фиг с ним. Типа, ну, типичный маршрутчик. Что тут еще сказать? Вот. Он еще тем более так останавливается. Чуть ли, знаете, вот прям, ну, далеко как-то. Короче, да. Вот, это мы пропустим. И еще прикол в том, что я когда зашел, вроде расплатился, уже все нормально, еду, и у него так капец, у него внутри так салон трясется, сиденье, то есть я не знаю, как это передать. Так, что, на 5-й же едем? На 5-й? А, я не на 5-й, оказывается, ехал. Так, ладно, короче, дальше. Вот. И там есть такой вот поворот. Я, короче, когда ждал 45-й, вы, наверное, могли заметить, типа, вот я стоял возле какого-то типа рынка, вот, сельский рынок, остановка называется, вот, и там вот 30-ка должна была развернуться, вот, как вот, ой, не 40, ой, как дебил, 45-й, 27-й, на 27-м же я ехал, а я Господи, я приписал там не 40, не 27, а 45. Ну ладно, еще поменяю, короче. Вот. И, короче, там вот когда... Там вот... Там вот эта 30-ка, она должна разворачиваться как 27-я маршрутка. Вот. И прикол в том, что она как-то она просто тупо прямо поехала. Она не развернулась возле сельского рынка, она прямо поехала. И из-за этого мне пришлось выйти. А я хотел намного больше видосики сделать длиной. Ну, сори, получилось как-то так хотя бы. Да. Я сейчас только сейчас узнаю, потому что я же ехал на 27-м, а не на 45-м. А я назвал видео 2, как я еду на 45-м. О, господи, какой даун. И сейчас видео закончится, кстати. Я Ванга, да. И сейчас, смотрите, вот. Короче.